Во-первых, разобраться с приоритетами. Если человек выбирает для себя определенный отрезок времени для обучения, значит, нужно четко расставить приоритеты. Это означает, что нужно отсеять, убрать лишние мероприятия. Нужно оставить все то, что может вот, отвлекать от обучения и просто мешать. Выбрав приоритеты, действовать согласно приоритету. Вот это важный момент. А второй момент – это, конечно же, дисциплина. Если человек учится дисциплине, дисциплинирует себя, тогда он сможет успешно учиться и, более того, успешно закончить.